OMTV.ua про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. В поселке Сумкино, входящем в административные границы Тобольска, у клуба «Водник» установили памятник защитникам Отечества во все времена. Однако не совсем понятно, защитникам какого именно Отечества установлен этот монумент, поскольку оказалось, что на плите изображен Вернер Гольдберг, военнослужащий Вермахта, послуживший фотомоделью в нацистской пропаганде как идеальный германский солдат. Заказчик передал фирме-изготовителю эскиз памятника, после чего его направили в одну московскую фирму, которая обработала картинку и прислала обратно готовый файл для гравировального станка. Далее фирма-изготовитель набила эту картинку на камень. Получается, что московский ретушер во всем виноват. А ни изготовитель, ни заказчик подвоха не почувствовали, хотя на голове немецкого солдата красуется явно не советская каска. Сперва форму каски чуток переделали, а в первом варианте она была еще более немецкой. Главный редактор «Тобольской правды» Тимур Волков, возивший гуманитарную помощь боевикам никем не признанной ЛНР, продемонстрировал скандальный памятник чиновникам поселка Сумкино и, судя по всему, идеальный нацист им пришелся не по душе. Теперь памятник выглядит так. Легким росчерком гравировочного станка Гольдберг из солдата Вермахта превратился в советского бурята. Или китайца, что более политкорректно в нынешних условиях. Мы, и я, и мои коллеги признательны вам, уважаемый товарищ председатель, за сегодняшнюю церемонию. Мы видим не только, что делается, но и как это происходит. Это тоже знак особого внимания и уважения, в основе которого, безусловно, лежат наши общенациональные взаимные интересы, интересы наших народов и, конечно, наши с вами дружеские личные отношения. Это далеко не первый случай, когда халатное отношение к героическому прошлому выставляет в позорном свете любителей пышных парадов и лозунгов «Деды воевали, фашизм не пройдет, спасибо деду за победу». Особенно часто изображение нацистов вместо солдат советской армии можно лицезреть в преддверии Дня Победы. В городе Алапаевск, Свердловская область, фотографию немцев украсили георгиевской лентой. По словам градоначальника, всего на улицах города появилось 12 плакатов. 10 из них были адекватными и 2 – фашистскими. Тем временем в Ивантеевке, Московская область, на рекламных щитах к 9 мая рядом с георгиевской ленточкой и подписью «Они сражались за Родину» использовали снимок немецких пилотов-бомбардировщика Ю-88. В Новосибирске местные власти решили увековечить себя любимых. В городе появились постеры, на которых в роли ветеранов войны изображены депутаты городского совета. Литовские пограничники задержали россиянина на «Инфинити» с рисунком германского самолета Ю-87 с надписью «За Родину». На этом бигборде с Днем Победы поздравляет панцергренадер СС на фоне сербского флага. На самом деле это российский перевернутый флаг, а гранатой замахивается юный фриц
вот с этой знаменитой фотографии. Данный бравый нацист так приглянулся дизайнерам, что с ним выпустили еще один плакат, на сей раз в Ухте. Более того, здесь автор решил, что одного немца на плакате явно недостаточно, и добавил еще трех на задний план. А уже такой мелочи, как американский танк «Шерман» с американскими солдатами, изображенными слева, наверное, и говорить не стоит. На этом бигборде позади дедушки-ветерана фигуры высшего пилотажа демонстрируют не русские витязи и не стрижи, а итальянские летчики из «Фреччи Триколори». Собственно, они и выписывают в небе триколор, только не России, а Италии, родины фашизма. Особенно трогательно на фоне всего этого выглядит надпись «Помни». Ярко-красный с белым кругом и черными отметками в центре. Любители сравнивать советское наследие с нацизмом, ну, ясное дело, взбудоражились. На стене одного из саратовских общежитий появился баннер, приуроченный к празднику. Но вроде бы все стандартно. Поздравительная надпись рядом с кадрами военной хроники. Вот только кадры-то с нюансами пригляделись и увидели, что на снимках вместо воинов-красноармейцев почему-то солдаты и офицеры вермахта. И такие истории, я думаю, чем дальше будет от нас победа, к сожалению, они будут повторяться. У фашистов каска образца 1936 года имела конусный назатыльник, который предохранял уши солдата вермахта от звуковой волны осколков. У наших каски были округлой формы. Раньше каждый школьник знал различия между касками немецких и советских солдат времен Второй мировой. Тогда больше интересовались историей, с удовольствием смотрели фильмы о войне, была наглядка. Специалисты говорят, тут все очевидно, кроме касок и квадратных немецких пилоток. На снимках фельдфебель, у которого над правым карманом изображение орла. На другом снимке подбитый танк Т-34. Внизу на немецком написано «конфискован». Я до сих пор не могу понять, вот, каким надо быть идиотом, чтобы перепутать советского солдата и солдата немецкого. Вот мне скажите, дизайнер должен знать немецкий в идеале? Или так нет, там подбитый советский танк. Это вас не смутило? Мало ли какой там танк, может быть. В смысле, там Т-34? Нет, я забираюсь в танк, девушка. Че не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Уже не в первый раз появляются к Дню Победы на плакатах изображения не наших солдат, а фашистов. Потом пишут извинения. Кто-то спутал, ничего дурного не хотел. Здесь не только нежелание думать и незнание истории. Здесь поверхностность, равнодушие, пренебрежение даже к своей работе. Быстро что-то сделал, пошел пить кофе. Накидал. Есть такое слово. Накидал фотографии, ссылок, статей и забыл. Заказчик, то есть училище, тоже не на высоте. Цепочка непрофессионализма у нас тянется сверху донизу. У нас ни подготовки, ничего. Мы больше актеры, чем солдаты. Мы снимаемся в видеороликах, мы фотографируемся, мы делаем из машин, допустим, она в ущербном состоянии, но должен приехать проверяющий, и она должна выглядеть как новый. И я это все умею делать. Мы театральные войска России. Вы умеете из плохой машины визуально сделать... И сделать ее новой. У меня действительно великолепный навык этого есть. А реально она никуда не поедет? Реально она никуда не поедет. А как же вот вторая армия мира? Или это ответ театральная армия? Тот, кто сказал, что это вторая армия мира, он либо не был в этой армии, либо судит эту армию по тем видео, в которых мы снимаемся. То есть, показуха. Вы сами видите, как воюют наши войска. Как бездарно происходит управление. Что люди не умеют, какого качества наша техника. Но при этом, говорят, вторая армия мира. У нас люди стрелять не умеют. Как они вообще могут быть солдатами? Я не умею стрелять. Нас ждет успех! Да!